Здравствуйте. Здравствуйте. Патрульная полиция города Киева, сержант Кравченко. Вы знаете, что нельзя распивать спиртные напитки в общественных местах? Сегодня же праздник, я просто на улицу вышел немножко выпить, но я думаю, это нормально. Здесь нет ничего криминального. Что праздник, но есть специально отведенные места, где это можно сделать. Так тут же никого, кроме вас, нет. Абсолютно никого. Я должностное лицо, я при исполнении. Вы пьете передо мной и нарушаете закон. Мужчина, что вы делаете? Я вас попросил по-нормальному. Ну так здесь просто никого нет, это только вы, я здесь и все. Здесь школа, здесь ходят люди, здесь дети ходят. То есть какой пример вы им подаете? Ну если я вот возьму просто пакет, положу, никто же не узнает, что это алкоголь, правильно? Значит, никто не узнает, я видел, что вы ложили туда. Ну давайте, если тут дети еще есть, давайте я вам фокус покажу просто. Так, щелкаю пальцами, смотрите, бутылка исчезает абсолютно. Как исчезает, если ты ее туда положил? Ну, в смысле я положил, смотри, вот горлышко закрываю, и теперь вот ты не можешь понять, что здесь находится, правильно? То есть обычный человек вот так идет. Потому что я видел, что ты бутылка. Ну а обычный человек, если он будет идти, он какой-то статуэтка какая-то, что он держит? Я сейчас отхожу, ты дальше начинаешь. Да здесь не могло быть бутылки. Как не могло быть бутылки? Да здесь нет никакой бутылки абсолютно. Нет бутылки, вы просто подошли ко мне и все. Что значит просто подошел? Куда ты ее спрятал? Да никуда я не спрятал, у меня абсолютно ничего нет, видишь? Абсолютно ничего нет. Бутылка. Да вы просто подошли ко мне и начинали задавать какие-то очень странные вопросы. Я просто здесь стою, никого не трогаю. Я видел, что ты пил. Да не пил я. Ну смотрите, бутылка есть у меня бутылки нет. Алкоголя сейчас нет. Нету, но она была. Да не было здесь бутылки. У меня в руках ничего нету. Как была бутылка, она просто так исчезла, что ли? Это невозможно. Ну я не знаю, куда ты ее. Я могу быть свободен, у меня бутылки нет, алкоголя тоже нет. Я тоже так считаю, что это нормально. Я могу идти? Мусор свой забери. Если тебе понравился этот пранк, то обязательно подписывайся на наш канал, а также поставь этому видео лайк. Ну а если ты хочешь узнать, как можно с помощью фокусов развести любую девушку на номер телефона или даже на поцелуй, нажимай прямо вот сюда, и ты все абсолютно узнаешь. И также подписывайся на все наши инстаграмы, чтобы быть в курсе о новых видео. Пока! Па! Не слышишь? И поставь лайки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова